Лига-110 – так названа новая магнитола. Она состоит из кассетного магнитофона и транзисторного радиоприемника с тремя диапазонами – средневолновым, коротковолновым и УКВ. Дополнительные удобства создают электронная настройка и автоматическая регулировка усиления, что повышает качество записи, а также встроенный микрофон. И еще одна интересная подробность. При изготовлении магнитолы впервые применен функционально-блочный монтаж. Аппарат собирается не из отдельных деталей, а из функциональных блоков. Тем самым существенно упрощается процесс сборки и ремонта магнитолы. До конца года объединение выпустит 30 000 магнитол Рига-110.